Всем привет, это Lucky News, и с вами Кристина Санько и маленькая Алиса, моя дочка. Сегодня мы с вами будем распаковывать посылочку, которая пришла нам, и Алисе, и мне. Там много всего интересного, так что давайте приступим. Посылка пришла от издательства Robins. Я искала какие-то такие развивающие книжечки для Алисы и наткнулась на это издательство в интернете. Показались их книги очень такими интересными и занимательными. Поэтому я решила кое-что и приобрести Алисе для развития. Что у нас сегодня имеется? Это такая вот книжка «Я узнаю мир». Здесь мы открываем, и у нас здесь одна уже у Алисы, она уже изучает мир. Здесь у нас представлена Алиса, не тяни. 9 маленьких книжечек, и каждая направлена на какое-то изучение окружающего мира. Например, вот первая книжечка есть в доме. Здесь у нас такие маленькие картинки есть. Что у нас здесь? Чашки, ложки, кровати. В общем, все, что есть в доме, малыш может изучать, опираясь на картинку. А мама уже как раз будет подсказывать, что есть что. Здесь еще есть игрушки у Алисы в руках. Что у тебя, Алис? На улице. Есть домашние животные, то, как летает, дикие животные, одежда, что растет, овощи и фрукты. Давай, выбирай какую-нибудь себе. Давай, я тебе немножко помогу. Давай, что растет, да, тебе понравилось. Давай, бери. Бери, бери, бери. Вот. Ну. Еще какую-нибудь. Здесь можно играть с мамой, например, здесь такие есть животные, можно изучать вместе звуки. Филин, как говорит филин, как говорит утенок, воробей и так далее. Можно познавать мир с помощью цветов, разные здесь кубики окрашены разными цветами. Книжки хранятся в такой коробочке, и можно каждую раскладывать также по цветам и по картинкам, и играть в такие игры. Следующая наша покупочка, но это больше для родителей, она называется «У нас родился малыш». Здесь у нас, давай, Алиса, смотреть тоже вместе, у нас здесь есть «Успехи вашего малыша», книга-календарь. Здесь можно писать, здесь уже имеется описание, что должен уметь ребенок в этом месяце. Мы можем писать рост, вес и так далее, сколько килограммов малыш весит, что он умеет 7 месяцев, например. Уже самим писать, что конкретно ребенок умеет и так далее. Такая красочная, можно там вклеивать разные фотографии. Развивающие игры от 6 месяцев до 1 года. Все в этой книжечке есть. Кстати, мы, наверное, поиграем в нее. Какие есть игры, что для этого нужно, как ребенок должен развиваться в эти месяцы. В общем, тоже интересно. Дальше есть дополнительные материалы и развивающие игры. Ух ты! Классно! Смотри, какое зеркальце, Алис. Смотри! Ей так нравится. Так необычно, да? Так, что тут еще? Есть разные вот буковки. Есть разные картинки. Это дополнительные материалы к играм. Всякие котята. Можно делать какие-то свои заметочки. В общем, тоже очень интересно. Дальше. Развивающие игры от 0 до 3 месяцев. Потом есть развивающие игры от 3 до 6 месяцев. И линейка достижений. Это вот такая штука. Здесь уже мы это все клеим на стену и пишем наши достижения. И здесь, и здесь. В общем, классная вещь, но это больше понравится родителям. Но эта книга не так проста, как кажется. Она с дополненной реальностью. Работает это так. Здесь есть QR-код, который мы считываем с помощью нашего смартфона. Нам закачивают приложение, с помощью которого мы можем по этой книжке и играть, и изучать азбуку. Если мы скачаем это приложение, ребенок открывает для себя мир такой занимательной анимации со звуковыми эффектами. Здесь 30 оживающих картинок со звуком, разных пазлов, разной сложности. Все стихотворения, которые здесь есть, они озвучены самими авторами. В общем, это очень интересная и необычная штука. Ее все хвалили на сайте, поэтому я решила ее заказать. Очень много было положительных отзывов. И я думаю, мы с Алисой так будем играть и изучать азбуку.
Я думаю, и ей, и мне это будет очень-очень интересно. Ну что, давай смотреть, Алис. Алис, смотри, вот здесь вот есть QR-код. Давай сделаем вместе. Вот он. Вводит нас на сайт. Здесь у нас будет приложение. App Store выбираем. Тихо. Смотри, загрузить, Алис. Видишь? Загружается приложение. Дети от 6 до 8 лет. Нет. Телефон не дам. Вот на, возьми тебе книжку какую-нибудь. Выбирай книжку. Выбирай. Алис, выбирай. Давай. Какую хочешь. Пока у нас приложение грузится, давай вот игрушки возьмем с тобой. Игрушки. Хочешь игрушку? На. Смотри, загрузилась. Дополненная реальность. Итак, здесь ищу метки. Получается, нам нужно открыть страницу какую-нибудь, например. Вот. Так, и как тут? Что тут? О, что-то загрузилось. Ой, что это какой-то тут? Носорог, как здорово. И у нас тут появляется носорожек. И причем он такой 3D, в 3D. Он становится больше, и можно вертеть в разные стороны. А вот R, что у нас на букве R? Ну, вводим на букву R. А у нас здесь... Ух ты, птичка! Класс! Мне кажется, это больше для мамы игра. Ух ты, тут у нас... Ой, это же морской котик. Алисе больше понравилась книжка, да? Такая Алиске нравятся книжки маленькие. Ну ничего, скоро мы будем вместе изучать вот эту азбуку прикольную. Тихо. Вот твоя штука. Так, это игра в пазлы. Давайте легкий уровень попробуем. А, вот так. Это у нас, наверное, вот сюда. Здесь уже есть картинка, и мы просто вот так вот расставляем, получается, да? Вот так. Дети у нас вот здесь. Улитка сюда. Оп, па-па-па-па-па. Ура! Молодец! Собака. Такой вид сверху на собачку. Тут обезьянка. А сейчас мы хотим прослушать, например, стихотворение. Мы нажимаем на... Буква Я. Ух ты! В алфавите как-то раз начались волнения. Я представлю без прикрас эти выступления. Я, кричала буква Я, самая известная. И к тому же я, друзья, буковка прелестная. Так, есть метки на яблочке. Звук яблока, а тут яйца. Звук разбивания яиц. Ага, здесь у нас мороженое. Буква Э. Этот вечер не забыть. Все решали, кем им быть. Элла, Эмма. Нравится, Алис? Эльза, Эдуард, Элина. С ними был еще Эльдар. Его особый дар. Первый Элла рассказала, по ночам она мечтала, чтоб артисткой стать эффектной и на сцене быть заметной, на эстраде выступать, на экранах, чтоб мелькать. Так, и еще одна посылочка, которая мне пришла.
Это вот такие вот кубики и пирамидки. Алис, как тебе? Здесь, ну, она выглядит как обычная пирамидка. Она сделана из безопасных материалов, то есть малыш может их брать в рот, ничего страшного не случится. Да, она вот так вот играет. А здесь они вот так вот рассыпаются, и можно их нанизывать на вот такие вот штучки, которые тоже открепляются, по цветам, либо по форме. Это первый сортер-конструктор, который сделан из безопасных материалов, предназначенный для самых маленьких. Ребенок их собирает по цвету и по форме. Здесь вот имеется такая вот ребристая форма и такая вот обычная мягкая. А такая штука помогает малышу развивать моторику, сенсорное восприятие и мышление. Ну и вообще, по-моему, это очень прикольная, веселая игрушка. И также можно собирать эти пирамидки вместе с мамой, что мы будем делать, но немножко попозже. Потому что сейчас пока Алиса все тянет в ротик и хочет попробовать на зуб. Смотри, вот так. Оранжевенькие сюда. Еще есть синие, желтые. Красные и зеленые. Вот. Только их надо не брать, а вот так. Алиса, смотри, вот так вот. Так. Так, так. Так. А синий где у нас? Это и была вся наша посылочка. По-моему, она прикольная. Мне все книжки очень понравились. Я думаю, Алисе тоже будет чем заняться в ближайшие дни. Спасибо издательству Robins, у них просто классные книги, я с ними познакомилась впервые и, в принципе, очень даже довольна. Так что, да, будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого, пока!